Евгений Додолев пригласил на рыбалку настоящую морскую диву. В гостях у нас сегодня легендарная красавица советского кино Лариса Лужина. Здравствуйте, ангел. С ней приятнее даже дальние путешествия. Канны или Париж все-таки? Лив Монтана, Симона и Софи Лорен, и Дженнелла Бриджида. Не страшны любые стихии. Белорусин с Высоцким спасли вашу жизнь. Что-то сверкнуло в глаза, и он схватил нож, он кинулся на меня. И всегда обеспечен богатый улов хорошего настроения. Вы станцуете твист на столе в русских панталонах. «Золотая рыбка» Лариса Лужина. Это были самые лучшие кинофестивали. Премьера. Смотрите в пятницу в 17:35 на телеканале «Москва. Доверие».